Утром на улице Солнечной работала передвижная дорожная лаборатория МБУ «Дорожное хозяйство». В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в этом сезоне отремонтируют участок проезжей части от улицы 22-го партсъезда до Нововокзальной. На сегодняшний день подрядчик выставил люки смотровых колодцев и решетки дождеприемников на проектную высоту. Позаботились о применении новых материалов и современных технологий, что является одним из важнейших условий реализации нацпроекта. Вложена смесь ЧМА-16 на площади около 19 000 квадратных метров. Осталось еще порядка 2000. Самый основной показатель на асфальтобетонной смеси – это непосредственно остаточная пористость. То есть та способность асфальтобетонной смеси по поглощению воды в себя. То есть в данном ГОСТе показатель должен быть не менее 2%, но не более 6%. Пробы берут на всю толщину нового дорожного покрытия. Затем керны отправят на проверку в лабораторию на соответствие всем физико-механическим свойствам. Мы берем пробы асфальтобетона из покрытия. Дальше пробы направятся в лабораторию, где будут проведены испытания на содержание воздушных пустот и объемную плотность. Дадут оценку и толщине кернов. Полностью завершить укладку асфальтобетонной смеси на улице Солнечной подрядчик обещает до конца августа. Отметим также, что дорога, являясь одной из основных в микрорайоне Солнечной, ведет к социальным объектам, в том числе к школам номер 139 и номер 149, к жилым массивам. Движение по улице интенсивное, особенно в часы пик. По ней следует и общественный транспорт. На данном участке осталось невыполненные работы по устройству асфальтобетонного покрытия на съездах и на пересечении с пятой просекой, так как будет устраиваться дополнительная полоса, предусматривающая поворот на пятую просеку, дабы обеспечить пропускную способность данного перекрестка. Полоса уширения позволит предотвратить образование дорожной пробки в данной локации, обеспечив беспрепятственный проезд транспорта. Контроль за темпами и качеством обновления улично-дорожной сети идет на каждом этапе, начиная с удаления изношенного покрытия. В процессе ремонта проверяется асфальтобетонная смесь, и на заводе, и при доставке на объект контролируется ее температура. На данный момент по дорожному нацпроекту уже отремонтировано 36 объектов местного значения. На 22 дорогах завершена приемка. Остальные проверят в августе. Подрядчику оплатят работы, которые были выполнены качественно, в соответствии с муниципальным контрактом и требованиями к реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Качеству дорожной инфраструктуры, ее развитию уделяет повышенное внимание глава региона Дмитрий Азаров. Только в этом сезоне в Самаре в рамках нацпроекта отремонтируют 42 объекта общей протяженностью более 42 километров. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.